Там проверим. Так, ну что ж, плей за Варденов, да? За Варденов, да? Погнали за Варденов. Го за Варденов. Что там этот просит за колониалов, который вчера нам сделал, Вик, который вчера нам пак для Кахутика сделал? Только что, нормальный пак сделал. Ну да, но он просит за колониалов, потому что он их уже пикнул. А-а-а. Ну давай Вардена. Ну, я уже просто пикнул. А, ты уже пикнул Вардена. Да. Тогда Вардена, все. Все. Левел 1, ранг ПТЕ. А, деплой получается? А как мы, куда мы попадаем? Колонисты-захватчики, Вардены, коренные народы Севера. Получается, мы защищаем. Мы защищаемся, да. Ну ладно, деплой тогда. 869 дней идет война. Деплой, и куда деплой происходит? Релейт камера, вепонс, релоуд, пикап, прон, не знаю, что значит. Отложиться. А, окей. М-карта, клауд вилл. О, тактикал, блять. Тренинг граундс. Локал войс чат. Волт. А волт обстейклс, это что значит? Типа за укрытие сесть? Да. Угу. Ну, а, погоди, или волт? Да нет, это возможно перепрыгнуть. Обстейклс. А у меня такой пистолет, что ли, есть в начале? Cycle your phone, camera. Page for war, build, sprint, map. Закрыть vehicle. Деплой. Вот. Это ты появился, Алексей? 183-й. Ты? Нет, а как ты вообще появился? Начнем с этого. Ну, вот я появился на каком-то... Я на каком-то этом появился, типа, тут... Ну, тренировочный лагерь. Лагерь, да. А ты побежал по стрелке на деплой? У меня нет тут стрелки на деплой. Ну, ты бежал куда-то или нет? Нет, пока стою на месте. У меня тут какой-то Мазафера ГНЛ стоит. Бля, мы в разных этих, что ли, с тобой? Мы в разных отрядах, что ли? А, ну, сквад тут джоин есть, кстати. О, давай. А можно создать новый? Ну-ка. Наверное, можно. О, крет сквад, блять. Давай, создавай, я к тебе прыгну. Golden Jackets. А, я понял. КЖ не надо, да? Тогда просто Golden будем. А музыки никакой, да, в игре, только этот? Хрен его знает. Ambient Sound. Так, создал Golden, сквад имеется. Golden, ищу тебя. Гачи клуб есть. Вижу Golden. Join Squad. Сквадус приват, реквест. А, понял. А, я реквестнул этот. Нормально ты все создал. Реквестнул? А, блять, я ливнул со своего уже сквада нахуй. Теперь Игорь, дай мне лидерку. Ты можешь заходить, Алексей, просто как так теперь. Голден. Теперь такого нету. Все нормально. Сквада. Есть. Не, нету. Должен быть, Алексей, ну что ты придумываешь? Отлично, у нас тентант, Игорь. Во, нормально, зашел, все четко. Тут, короче, говорят, можно потрениться. Только надо понять, как это, на разных сторонах карты. Лобби одно. А, мы на разных сторонах карты? А нажми на М! Ты где? А, я... вот где диплой... А, ну я диплой справа, короче. Ты диплой справа? Да. Я сейчас добегу до тебя, нормально? Я вот на дороге встал вот тут. Я на центральной. Диплой справа. Ага. Вот. Нет, вот стентант. Все, стентант. Я по центральной дороге бегу в левый диплой. А, пойдем стентант в левый диплой. Нас там Миша ждет. Только я... А, на среднюю кнопку мыши можно камеру вертеть. Да, вертеть. Да, можно камеру вертеть. А 8 зачем нажать? А. Бля, Алексей, по-моему, нам проще появиться и все. А типа... мы уже с тобой вместе, нет? Подожди, мы со стентаном нет, вместе. Нет, просто. Мы типа в лобби, грубо говоря, находимся. То есть нам нужно... Говорят, лобби всего одно, поэтому... Надо тренинг, наверное, пройти вообще по-хорошему. Ну вот, там типа есть диплой, но я не понимаю маленько, что просто от нас требуют. Есть вот какая-то планетка, что это обозначает? Сервер всего один, говорят. Планета какая? Правая верхняя, левая верхняя. Пойдите на полигон, там встретитесь. Да, блядь, что тут полигон-то является? Какая планета, левая или правая, Мишань? А... Кто, какой?
Ну, тут левая верхняя, левая нижняя есть. Я вот у левой верхней. Левый верхний. Так, вот мы подходим к левой верхней. Говорят, лобби всегда одно, но походу нет. Ну, не-не-не, мужики. Видите, нету Миши. Мы тоже у левой верхней со стентаном. Диплой по стрелке дойти до края мапы, до авиафиги нажать Е. Планета смотреть состояние войны. Так а просто задеплоиться, появиться, воевать хочется. Что тут мы, блядь, бегаем? Ну вот, я вижу, где диплой. Я иду на диплой. Нет или не иду на диплой? А, да, все правильно. Пойдем. Вы поздно зашли, война уже закончилась. Так, а что, все? Вот диплой, блядь. И вот деплой, мы прибежали. А, open e-deployment map. Во, ебать. Нихуя тут война идет. Так, ну, куда мы тогда? В Вестгейл, наверное? Ебать, можно плавать даже. Так погнали в Вестгейл, наверное. Не, погоди, Алексей, я пока ничего не понимаю. Где ты там тыкнул E, что-то deployment вот это вот. А, все понял. Так, и где ты теперь? Я хочу на деплоймент и Вестгейт, самая правая нижняя. Вестгейт, самая Кингстон, правая нижняя. Кингстон. Вестгейт и Кингстон там. Блять, погоди. Самая правая нижняя. А, Кингстон, все, вижу, то, что туда тыкаю. Да, все, все, Кингстон, путешествие поехали. Идет. Все, загружается. Кстати, про войну, она через день начнется, а сейчас у вас межвойна. О, я вижу Мишу. Да. Find a base to set spawn point. Get geared via opponent's stockable bases by other players и claim victory towns. Еб твою мать, ну ладно. Так, мужики, у меня только мили атака. А, не, у меня есть мили. У меня есть пистолет, но у меня 8 патронов только в нем. Видимо, надо надыбать оружие. Не, возможно, он бесконечный патрон, а, да? Именно. Ну-ка. Хотя фиг знает, не знаю. Если что, на Т английское общаться можно. Да, ну, жестко. Знаю. Красава. Красава, Синтан. Ух, ебать ты громкий, Алексей. Ты пиздец какой громкий. А я, ну-ка, мужики, а я такой же громкий, как Алькор? Ну ты громкий, ну, ты громкий, да. Я громкий, это потише себе сделаю. А можем тут замутаться тогда, Мишань. В игру говори с ребятами. Алло. Так, мужики. Все готовы к войне? Так, ну чё, а так лучше стало? Ебать ты громкий. Нихуя, да? Понял. Если что, там в настройках voice надо меньше ставить output, чтобы слышать всех потихоньку. Input голом. Блин, спасибо, что убили мне уши. Вы можете в local говорить в склад, чтобы вас не было в local слышно. Жопа! Нормально? Лучше? Да, лучше. А меня лучше слышно? Во, охуенно, ну, Алексей, так... как настоящий. Найс. А как нам в локал говорить? Ну, у меня стоит там PTT Squad Voice, как это называется. PTT Squad Voice? Окей, сейчас посмотрим. Или на... Во-во, PTT Correct Squad. Вот оно как-то так называется. Жопа! Нормально? О, да, все в скваде. Вот, хомяк, ты громкий пиздец, кстати. Потише сейчас сделаю. А, все. Раз, два, три, проверка. И мы зарегались. Меня слышно? В Кенсингтоне. Да, тебя слышно, четко. Найс. Бинтик, бинтик берите обязательно. А где, а что брать, как брать? А где, да, где бинтики? Бинтиков... мужики, бинтики смысла носить нет. Вы находитесь на таунбейзе, получается, нажимаете Е, заходите внутрь. Берете оружие, патроны к нему и бинтик, бендаж. Объясняю, в чем смысл. Бинтики особо носить смысла нету. Есть медик. Медик носится с двумя чемоданами. Я чемодан для реса, чемодан для хила. А, так у меня есть оружие, блять. Бинтики не стакиваются, как раньше, они теперь поделены. А на оружие, я так понимаю, патроны здесь не нужны, да? Нужны, понял. Патроны нужны. Нужны да, патроны. Патроны на оружие нужны. Надо. Смотри, есть SMG, ты берешь с ним патроны. 9 мм SMG. А чем винтовки стреляют? Так, 8, 3, 8, а первая, 7, помощь, 92. Первая помощь нужна?
First Aid Kit. Бинты. First Aid Kit для медиков, он позволяет тратить бинт, и бинт как бы лечит одно кровотечение, а чемоданчик может хилить. Прям, так, а то есть... Ну, он забивает слот. Он забивает слот на оружие, он забивает первый слот. Так, хорошо, а как мне медиком стать? Взять вот эту физикан джекет? Да, да, берешь чемодан, берешь чемодан First Aid Kit, берешь бинты, берешь чемодан травмакитов для поднимания убитых людей и берешь плазму крови. Плазму берешь. Надо это носить со собой. Ёбаный в рот. Сложно. Какой а ужас. Где плазма крови? Что-то я не понимаю. А, вот тут плазму вижу. Плазма. А вот это типа да, Physicians Jackets нужно, нет? Медик там. Ну, я типа... не знаю, но... Всем здрасте. Я так понял, громкий, это новая вещь для выделения. Это, о, Настя, я возьму. Для выделения для человека. Я тоже тогда возьму. Кстати, нам напялись? Очень повезло, потому что... Blood Plasma теперь... Ну, собирается в один слот. Она раньше по одной в инвентаре разделялась, и больше там штук 5 ты ее не принесешь. Так. А supply надо какие-то брать, типа алюминий, basic материалы с собой. Это для строительства. Это для строительства, алюминий это для производства ресурсов. А сколько бандажей лучше с собой брать? Лопаты можем брать. Бандажей, ну, штук 10 бери. Медик, потому что у тебя один бандаж, это 10 единиц, грубо говоря, а он быстро. Короче, вот это все ресурсы, все кроме такого ресурса, который как стальная балка, обозначается вам не нужно. Вы солдат. Это вот эти стальные балочки нужны для строительства там окопов, укреплений, лопаты, всего такого. Лопаты берем. Да, лопаты нужны для строительства окопов. Вот. Это так, мне похуй, я медик, нормально. Молоточки для укреплений. Ну и короче, в будущем, да, если тут кто-то зависнет. Так. Нужны будут люди, потому что всё здесь в одно лицо построит танк, это ну, часов 5 не будет. Просто ресурсы собирать. Да я буду хирой разбираться в стрельбе и буду лучшим медиком в мире. Так, а чё мы выбираемся, воевать-то с кем-нибудь или нет? Так, а у меня вот, например, автомат в бэкпаке, а как мне его в руки теперь взять? Ну, через просто ЛКМ. Просто нажми его. А, я плазму выкинул. А, на него нажать без бэкпака? Блять. Да-да-да. Но плазма не влезает уже. Я смотрю, они тут дохрена переделали в плане пушек и всего остального. Ладно, сейчас. Да, просто раньше что было? У каждой фракции было, ну... Пистолет, там дробовик, револьвер, СМГ, винтовка, и они не были разными. Понял. Сейчас я это понял, их разделили, и они совершенно разные бывают. Так, а плазма это кровь, короче, восстанавливает типам, да? Да, да, плазма это типа иногда, когда человека сильно роняют, он падает и как бы не может двигаться. Его нужно подходить, поднимать. Обалдеть. Ну это нокдаун, это просто как нокдаун. Народ, вопрос, а кто из вас медик? Я так понял, графон медик и кто-то еще? Я. А кто сейчас говорил? Громкий постоянно. Был. Вильхиорн, поправить, да? Да, громковато. Типа, я в этой игре медиком всегда играл, я уже на как... вот так поет. Ребят, еще громковато. Инпут надо. Черно громкий очень, не аутпут. Unpoint ставить. Заходим внутрь. Внизу будет такой иконочка домика. Тыкаем Assign Spawn Point. Мы здесь будем резаться, если есть рубашки. Так, лучше. Также предупреждаю. О, чуть-чуть громче можно даже. Смотри, графончик, когда открываешь инвентарь, ну и алькор тоже, у вас написан бэкпэк и процентики, там процентики, это нагруженность. Очень много, если носить, персонаж медленнее будет, больше стамины расходовать. Ага, понятно. Да я, блядь, забил все вообще, просто нормально? Чуть в жопу сильно не запихал. Сильно нагружаться не надо. А, давай копать. Там после 50% персонаж замедляться начинает потихоньку. А сколько вот, например, нужно взять с собой магазинов для СМГ? Я вот 5 взял. Ну да, 5. Ну 5 это максимум. Обычно 2-3, потому что потом ты умираешь. Ну, 5, а если 5, ты умираешь, понял. 2, 3, да я не знаю, дерб, вроде бы ограничений по слотам нету. Мы будем отступать. Вот эти все трупы, которые будут скапливаться, и все ресурсы с них будут уходить к противнику, они их собирать будут. И магазинов. Ага, понятно. Да, Алькор, чуть-чуть все, потише ты, можно. Все, что ты теряешь на поле боя, остается для противника. Че лопату не берешь? Если что, нам до линии фронта близко, да, но... Так, еще потише сделал лучше? Во, кайф. Найс. Так, а лопатой вот он что делает?
лопата позволяет копать. Да. Так, тут мужики, берем, так копаем. Самый главный герой. Вопрос на засыпку дня. А что делать-то нахуй? Ставишь новый окоп. Ну, пехота, нам надо идти убивать зелененькие сектора. Не, смотрите, не а что тогда тут грядки короче, копают? Карту откройте, карту. Опа. Давайте объясним быстренько, что нифига происходит. Себе. Вот, короче, вся эта карта, это линия фронта. Видите, зоны, всю херню, да? Данила, Лайтмунчик, тебе кажется, ты не стареешь, старик. Ой. Спасибо, Лайтмунище, большое тебе за 16 месяц. Спасибо за переподписочку. Рада тебя видеть, старина. Спасибо огромное. И тебе 2 месяца до повышения. Короче, все это точки, это всевозможные фабрики, всевозможные точки с ресурсами, белые большему счету, и опорные точки противника. Собственно, очевидно, нам надо пытаться отжать чужие и не отдать свои. Да, белые ничейные, зеленые их, синие наши. Да, верно. Белые ничейные, зеленые их, синие ресурсы, наши. Само собой, это просто точки спавна, они не имеют принадлежности. То есть, видишь, такие болты, это у нас, собственно, скраб. Скраб перерабатывается в балки, ну и так далее. Так пойдемте, пока вот это Salvage Mine написано. Ай. Еще, тут Friendly Fire есть. О, круто. Там Friendly Fire есть и в полном размере. Не стреляем. Ну, вот можем двигаться тогда? На восток. Там есть небольшой городок, Lord's Mouth. И как раз его напротив. Там ну, будет еще один. Еще минус, поскольку мы сейчас еще на нашей базе, мы видим, как обновляются какие-то звезды. Только от базы отойдем, все, информации не будет. Рации на этой базе нет, поэтому мы не узнаем, что будет. Да, короче, нужна либо рация, либо транспорт, который с рацией имеет и так далее. Так, да, ну все, короче, кто самый опытный? Давайте командуйте, полетели. А тут есть биматы? Тут биматов нет, мы не сможем вышки поставить. Вообще печально. Так, а ты фантом опытный тоже, да? Мордоубой. Фантом, ты уже умеешь? Конечно. Я тут и кланами руководил, и всем, блядь, на свете. Фу, бля, жестко, я его президентом назначил тогда. Как не видишь, что ну, короче, наш генералиссимус. Да. Нажимаем shift, побежали до первого фоксхола. Это типа лисья дырка. Ой. Exactly. Фантом, а там у нас же, чтобы фоксхол и прочее, это кьюшка заходится, да? Я уже не помню. Да, мы вручную разобьем, у нас много, мы тюняшка. Что такое фоксхол здесь? Засесть куда-то в транспорт. А фоксхол это типа как мини-бункер. Мы возле вражеской территории, здесь уже могут встречаться фоксхолы, пилбоксы, ну эти бункеры. Или живые здания, которые будут отстреливаться, к примеру, вот эти. Да какой золотой пиджак мешает бежать быстрее? Я, блин, медик. Но нам будут стрелять. Отстранили, отходим. Ну, судя по всему, потому что это преждевременная война, то есть война еще нормально не началась, здесь ни хрена нету. А тут всякие штуки должны быть еще, да? Технологии. Здесь должны быть игроки, куча игроков. Игроки, походу, да. Сидеть куча. Должны по всем домам. И должны быть строения. О, кстати, велосипед нашли. А вы куда ушли? А в нем можно кататься? Ебать! Да. Можно еще найти всякие древние автобусы, на них заезжать. Бля, заебись. Можно вторым на велик сесть? Раньше можно было встретить меха. О, а вот это как раз таки представители бункеров вражеских. Но из-за того, что основное здание не подключено, не заполнено ресурсами, они попросту не работают и не отстреливаются. Но враг в них может... А они автоматические, типа, да? Или... Они автоматически стреляют? Да, нет. Это есть игра система, против ботов, которая требует, ну, которая делает автоматику. Кордон, спасибо большое тебе, старина, за переподписку. Это что за игру? Хрен его знает, фоксхол какая-то. Я не играл в нее до этого, не знаю. Начало войны. Спасибо тебе большое за переподписку. Сегодня Кордон, 2 месяца до 3 лет. Охуеть. Американскому не помню. А нам как захватить, например, вот эту точку? Или мы пока не можем из-за того, что... Нам, чтобы ее захватить, нам нужно ее уничтожить. Стреляют! Но мы сейчас банально не можем. И построить... Напомните, как там его? Констрактор Веникл. Как он называется? Бульдозер, экскаватор. Построить. ЦВ-шка? Да, набрать биматов и... Синтан тебе хуёво? Ее... Да меня кто-то переехал. Также можно... Не прыгай под колеса, Синтан. А, блять. Хае гранаты, чтобы это все уничтожить, потому что мы просто не можем. Но! Хаешка миллионы лет То есть мы должны прям разрушить это здание, чтобы его отбелить. Да, есть. Пулями ты нифига не разрушишь. А мы сейчас его уничтожим. Но мы можем попробовать сейчас, как говорится, для галочки, уничтожить вон тот пилбокс, который кругленький.
Это дзот, который, да, вот этот? Да, дзот. Он вот. Сеточкой нацелен, да. Мы его, в принципе, можем с винтовок разобрать. Попросту посмотреть, как работает система повреждений. Что-то мимо. Блять, нихуя. Война, блять, а? Война страшная. По-моему, ему похуй. Да, мне тоже так кажется. Получается, там идет процентное соотношение. То есть 100%. Не, война должна быть громкой, чтобы мы понимали, что это война. Разный урон. То есть бронированные цели, не бронированные. Ну я думаю, Алка должен вообще разъебывать эту штуку в хлам. Да, Алка должен ломать ее. Это типа с Первой мировой куда-то у нас пришли. Алка, стреляй. Алка, ебаш. Ты попал. Нет, прицелься. Ты сверху стреляешь. Наведись на край этой херни, да. В смысле, все команды слышно, я их охуенно слышу. Что-то и плевать. Попробуй флайверы в аудиокомпрессор включить просто. У вас, когда стреляетесь, у вас то, что вы не отстреляли, и перезарядитесь, патроны улетят нафиг. Это понятно. Чем я посмотрел на карте, здесь нигде, по сути дела, ничего нет. А что, Михаил, у нас же в складе есть слоты вроде, не? Все ждут начала войны. Но я на Westgate Keep'е нашел биматы, basic materials. С ними можем, в принципе, что-то даже построить. Их, правда, мало, но, тем не менее, это что-то. Поэтому сейчас побежали и попробуем хоть что-то построить, и на этом будем практиковаться. Построим первую лисью дыма. Берите велик. Я попрошу, я бы автобус... А, он стрим-снайпер. А, блядь, нихуя. Отстой. Побежали по полям бежим. Нет, кто будет стрим-снайпить, буду хуярить. Заключается в том, только не в игре. Что на полях у тебя быстрее тратится выносливость, чем на дорогах, если ты будешь шифтовать. То есть пересеченная местность, она также реагирует на твою выносливость целостную. Есть различные ландшафты вида зимних, грязевых, ну и обычные такие, равнина холмист. Естественно, зависит от того, где ты проходишь, у тебя персонаж либо замерзает, либо увядает, либо, соответственно, на него прочие побочные эффекты реагируют. Также на... Я поэтому и говорю, Хиро, ты не можешь знать, где противник. Они тоже а вот если смотришь стрим, ты можешь это понимать. Можно строить, конечно, своеобразные дороги из мостов, например, через реки. И по ним аналогично проходи. Так, тут у нас... Бля, мужики, мы вас потеряли, Орка. Вы быстро, они его нормально. Медик, снаряжение, дохуя бегаю медленно. Топиночку нашел. Надо сильно не растягиваться, оружие да. Оружие взял, типа пушку. Здесь, в принципе, врагов не нету. А, считайте, все, я просто понял. На прогулочке до начала войны. Сейчас с Basic Materials можем поиграться, и потом либо пойти в самый главный город, может там побольше будет, я посмотрю. Пока-пока. А война получается только завтра уже, получается, либо ночью сегодня. Давайте. Ух, блять, ебать. Мне кажется, в Deadlands точно война. Ну, сейчас, кажется. О, вот это как раз таки точка скрапера. То есть у человечков есть молотки, они берут, собирают их. Вы, скорее всего, их даже не выложили. Я выложил. Везут, перерабатывают и уже производят всякие ресурсы. Патроны, гранаты, винтовки. Так, ну я буду контролировать район. Только вместо еще вот этих шурупчиков есть еще гаечки. Из гаечек делается более крутая версия. Техника здесь делается. Нормально копаем, мужики. У нас на севере есть Selvage Mine. Это случаем не сразу построенная. Selvage Mine работает, не помнишь? Она Б. Она не законтешена, она, ну, сейчас она не работает. Понял, на Н, короче, все понял. Ну, неприятно. Ну и шахта не забита. Скорее всего, там нет, во-первых, где-то. То есть нам нет смысла даже сейчас собирать, чтобы попробовать. Ну да, смотри, если она работает, она отображается как рабочая, и в ней видно... Вы что стреляете, блядь? Мужики, блядь. Я проверяю, это тоже кладется в инвентарь, то, что мы копаем, стреляем. И перегруз получается. О, так да. Нихуя, это можно далеко стрелять. Если что, ну эти ресурсы, они очень тяжелые, их только на грузовик. У меня 120% перегруза уже. Есть специальные машины, смотрите, на них, мужики. Собственно, собирается побыстрее. Да, да. Вот смотрите, вот эти вот более светлые ресурсы, это, скажем так, это по-моему, гайки, это и есть гайки, по-моему.
Говно-то, короче. Это алюминий, это, в общем-то, по-моему. А, так, да. Сейчас давайте нажмем Tab вседружника и выкидываем собранный ресурс. Если не ошибаюсь, это Alt и левый клик по ресурсу. Так, мужики, я могу в велик загрузить что-то, давайте. И бежим на Westgate Keep. Там есть парочка basic materials. Я, собственно, покажу, что из них можно сделать. Так, все у нас выгрузились. Оставляем, короче, врагу наши припасы. Да, он с ними ничего не сделает, потому что здесь нету перерабатывающих завода. Не так, велик не трогать. Да. Все, все разгрузились. Да, да, понятно. Это обучалка половину людей происходит, по-моему. Tab инвентарь, Alt. Я думал, это более простая игра, но это вообще оказывается тяжелая. Чуть южнее возьмем. А, еще одна интересная особенность — кустики. Если ты находишься в кустиках, тебя не видно. То есть ты так можешь спокойно устраивать засады. Да. Жестко. Но ну, ты зато всех стреляешь. Но они заметят, когда выстрелы начнутся, правильно, из кустов? А... Они трассера будут. Нет, видеть. Они заметят сами выстрелы, нет, но нет, тебя увидят только надо шансом вроде. Короче, нам нужен пулеметчик, бьющий по кустам. Да, кстати, диверсанты так, собственно, и работают. Они пробираются в тылы врагу. Хомяк, блядь! В кустах и ждут машин. Если что, великом, по-моему, невозможно убить. Можно только сбить с ног. А, ну, можно толкать. Ну, достань, хомяк, блядь! Да, на картах, кстати, есть разброшенные всякие постройки, даже части истории. Я тут как экскурсовод себя я ощущаю. И на некоторые стены можно даже взбираться. Так, бежим к нашему таунхоллу, соответственно, главной базе. Ну, не только на стены, еще можно на камни, но вообще на все. О, нам здесь есть construction веник. Но, к сожалению, закрытые. Ничего с ним не сделай. А, слушай, ага. Гаечного ключа там поблизости не было? Эта штука, чтобы собирать, ну, давай типа. Посмотрим. О, есть гранаты под названием Мамон. Это бронебойные гранаты, ими можно, соответственно, сносить постройки. Тоже интересная особенность. Можем как раз-таки вернуться с этими гранатами и посносить парочку построек. Uh-huh. А также здесь самое интересное то, что есть basic materials, как раз те, которые нам нужны. Они используются при строительстве и производстве различного снаряжения. Я уже их ворую. Да, их уже ворую. То есть берите себе там по basic materials, 20 штук вам уже я хватит. Велик, то есть, я один велик клик. Загружу. Я в велик сотку загружу, великий слот есть. А также в этой огромном здании тоже есть basic materials. То есть это две базы. А левая база — это более такая, как сказать, компаундная, а вторая — это уже городская. То есть городские они более крепче, они более обширнее и, соответственно, больше радиус на себя убирают с всякими АИ ганнерами, всякие фокс. Да, есть еще, подожди, есть же еще один типа стойк бункера, там это еще такой отдельный погоди, а в смысле война завтра — это не по игровому дню, а по реальному? Серьезно? Сейчас я тоже возьму молоточек. Если они, звучит, конечно, страшно. А бункер байзы как работают? Они в будущем могут выкачиваться в очень крутые штуки и будут стоить огромную пушку. То есть сейчас мы просто бегаем и хуйней маемся. Она... Берем молоточки, каждый взял по примерно 20 basic materials. Теперь, вот, если вы нажмете на кнопку B с молотком в руке, у вас откроется меню построек. В нем вы выбираете исследованное строение. То есть, например, мы можем построить самое базовое. Лисьи дырки же убрали с последнего обновления. Точно, точно. Поэтому давайте построим тогда обычный пилбокс. Подожди, а в смысле выбираете... дырки убрали? А почему? Выбираете пилбокс такого типа и, соответственно, его выставляете, после чего вы можете по нему стукнуть молоточком и, соответственно, его достроить. Как только вы его построите, это будет первое сооружение, в которое можно будет залазить и которое будет отстреливаться, если у базы есть необходимые ресурсы. Гарнизон supply вроде называется, если не ошибаюсь. У вас каждый удар — это один материал сразу же туда вливается. Да. Чем больше людей стукает, тем тем быстрее все это строится. Ну, у кого материалы есть, само собой. Да, кстати, учите, по этим построенным вещам очень хорошо стреляют. По каким вещам? То, что ты строишь, частенько становится целью противников. Например, ну, короче, так вообще очень. Короче, можно построить эту штуку и спрятаться рядом в кусты и стрелять из кустов, а они будут думать, что ты внутри. Вся она так мутится. Кстати, тоже скрываются в кустах. Это тоже, а есть у кого-то еще базик? А, все. А как залезть? Вот здесь теперь это
которую можно заходить нажатием на Q. Если в нем сидит, то уже нельзя заходить. Говорится, не очень удобно, потому что оно для одного человека. А теперь, для чего мы брали лопаты? Я надеюсь, у нас не три человека всего лопат взяли. Да, мужики, у нас лопаты. Мы с лопатами, нормально. Хорошо. Так, мужики, давайте выберем вот эту противник. Ровную местность. Противник где? Где? Ну вот, я с ними рядом стою, вон он здоровается. А, ну здоровается, это хорошо, все ждут войны. Давайте уйдем немного в леса, кажется, мы здесь это... получим систему постройки, скажите, я скажу, траншей. Так, погоди, ну, я так понял, замес-то будет вообще или нет? Типа, ну, сегодня, прямо сейчас не будет замесов, потому что еще не война, насколько я понял. Война начнется сегодня ночью и начнется битва. Алексей, ты понимаешь, что сегодня ночью это имеется в виду не по игровому, блять, времени? Да, и сегодня ночью начнется, и она месяц будет длиться, походу. Да, ну, там и до короче, месяца. Короче, завтра поиграем, Мишань, с тобой. Нормально, Фоксхол, и сегодня поучимся просто управлению. Завтра будет самый ад, будет самый. Блять, ну это какая-то хуйня, если честно. Да, будет. Я думал, это более сессионная какая-то тема. Давайте сейчас берем лопаты и будем строить более совершенные, как бы так выразиться, постройки в виде бункеров полноценных и, соответственно, траншей. То есть, это, как вы видели изначально, это самая базовая траншея. То есть, с него можно залазить и ее также можно апгрейдить. То есть, с разных сторон эту траншею можно установить проволоку, можно установить баррикады, мешками завалить. Чтобы, соответственно, противник не стрелял. А это любой может сделать или только командир сквада? Да, это абсолютно любой может сделать. Вот, это наш базовый... А, стреляют! Ну все, оружие в руку. Захуярим его. Также здесь работает система подавления. Вы можете стрелять, и он будет промахивать. Перевяжите кто-нибудь, а? Кровяк течет. Где? Кто течет? Вильхиора, у вас медик есть? Есть. Ищите говнюка этого. Он где-то сныкался. Так, не разбегаемся, всё, возвращаемся. Он сейчас по одному перебьет. Человек, видно, стреляный. Это местный охотник. Жесть. Вот нам так же нахуй надо делать, а не сидеть окопчики, блять, копать. Да-да-да. Вы его добили? Это военное преступление. Военное преступление, да. Не зашел, блять. Военное преступление, не зашел убили. Это не военное преступление, если тебе было весело. Ёбаный в рот, кто это сказал только что? Михаил, чуть-чуть потише. Нет, Михаил. Чуть не убил половину людей. Базбуст тут Михаил, блять. Так, продолжим наши траншеи. Теперь, в чем приколюха траншей? Если у вас траншеи построены... Сейчас, к примеру, построим. Вот сюда траншею воткнем. Пусть кто-нибудь на разведку пойдет, чтобы нас сохранить. Давайте, разведчик и велосипедист, я поехал. Давай, Хамя. Тебе если что, говори. Копаем. Дайте, навалитесь, мужички, вместе лопаточки. Миша, прикрывай. Парни, я вам помогу, я буду командовать. Как здесь кавер работает, знаете? Забавно, что СГТ графоуни на самом деле не СГТ, а ПТЕ. Да это, блядь, понизили. Кстати, просто на... здесь. На F1 можно кого-то комендать и за это ранг повышать. Да, и там много комендов, можно будет всем раскидать тут. Я советую вам тетратографу отойти. Да нет, там у наших траншей есть такие приколюхи. Отойдите с этого места, где я говорю. Сейчас будет сюда коннектор пихаться. Хомячок, отойди. Коннектор есть, пожалуйста? Хорошо. Вон у нас уже капрал графон. Наших траншей есть. О, жестко. Они могут пихать, соответственно, соединять наши разные траншеи, но в данном случае я не смог соединить, потому что я поставил криво траншею. Опа! Так, говнюк! Стрельба! Кто? Где-то наверху хуярит. На камнях. На камнях. Кто-то на камнях сидит. Надо его найти. А там наш чел пошел стреляться, не знаю, может он его убил. Или нет. Не-не-не, он убежал, этот чел опять убежал, он ходит тут. Очкошник. Его убили, труп уже валяется. Это какой-то синяк сделал, 440 ПТС. Нормально, он убит. Ну, копаем дальше.
продолжим. Соответственно, скопаем эту... Мужики, навалитесь, блядь. Нет, что, я один уже... копать буду? Вот, поэтому нужно лопатки, бро. Копайте, копайте. А, серьезно, когда... шутник, типа, так сильно режет серьезно урон? Нет. Обалдеть. Просто берешь и траншеями вкапываешься в противника, в его траншею. А дальше штурмуешь. По полям здесь уже никто не бегает, все в основном траншейные войны ведут. Или первые войны идут. Чисто траншейные. Танк, а траншея максимум руки ставится... Какой шириной можно максимум ее заготовить? Максимум это длиной, вот, типа, вот этого траншея. Бля, можно интересно на дубушку забраться? Траншея может безграничной длины быть, то есть до момента, пока ты можешь ее ставить. Также, вот, соответственно, это наш соединитель траншеи, он может быть диагональным и иметь, в принципе, различные... помимо этих траншей есть еще особенность. Отойди. Все, мужики, велик доедет. С этого места отойдите, сейчас сюда будет ставиться особенный бункер. Отойдите, слушай, фантом, дальше, еще дальше место, нужно место. Вопрос, отойдите, постройки... Система построек, они также решают или как? Отойдите с этого места, здесь будет огромный, огромный бункер. Нужно... Давай, давай. Много... Вильхер, отойди. Еще? Да ебать. Ебать, да насколько он огромный. Это бункер базу ты ставить будешь? Алка. Велик. Алка, вылезай. Того, что... велик он застрял тут. Велик тут не может поставиться. Велик. Сейчас. Блять, найс нахуй. Хорошее попадание. Алькор течет, ребят. Есть добитие. Нормально все, немножко больно, но в остальном неплохо. Велик залагал нахуй. А он залагал. Я, он в земле. Сделаем вот так. В данный вид бункера можно поставить целую артиллерийскую установку, ПВО, зенитки. А соединить его можно с этим сейчас? Здесь есть нашей. Можно соединить, но так как у нас залагал велик, мы, скорее всего, сейчас это сделать не сможем. Угу. Смотри, сейчас могу пробовать соединителем сделать это. Соединителем давай, пробуй. Просто, Игорь, отойди. Не, из-за велика не получается. Вот сучий велик, а? Кто его привез? А если углом вот сюда вот и вот сюда вот сделать, не соединителем, а просто траншею поставить? Уголочком таким, оп. Ужас. О, да, спасибо за помощь. Сейчас, соответственно, новые соединители этих траншей. А бомбардировки тут где есть? Алькольд Верихор, отойдите, пожалуйста. Да, артиллерия. Вот, да. Ну, а там открывается отдельная батарея артиллерийская. Или можно ее будет просто построить? Длинные траншеи можно соединять по серединкам. С разных сторон. Соответственно, в нашем огромном... Как это сказать? Ячейки из там траншей можно с разных сторон также поставить наши обычные траншеи. Кому стреляет? Парни, подскажи, сейчас нормально громко? Да, нормально. В бункер пихнем мы... О, вот сюда. Ну, слушай, велик двигается понемногу. Ну, понемногу, да, там синтант его выгоняет из этого. Может, его просто гранаты раскирачить, а? Только если есть граната, бахните. Слишком дорого. Ну да, слишком дорого, велик того не стоит, мужики. Мы сейчас все равно учимся, какая-то разница, он нам мешает. Мужики, отойдите сейчас, шмякну туда хаешкой. О, прекрасно. Синтант. А также еще один окоп очень важный, который будет крайне часто использовать. Смотрите нафиг в сторону, пожалуйста. Это данный... У него уже, соответственно, можно... Опа. Велику похуй, не? Сломал его. О, сломал. Найс. Нет? Сломал вроде бы. Ну, из него выпал контейнер вроде бы, нет? Контейнер выпал? Да, войти в велик нельзя. Ах ты, блядь, стрим-снайпер, а? Все, исчез. О, Викнамин пришел. Стрим-снайпер. Что ж ты Викнамин взял не этот? Не ту. А типа нельзя гвардию. Нельзя сменить уже? Нельзя, да. Нет. В начале войны выбираешь один раз и все, и больше поменять. Ебать. Там, по-моему, есть время. Минут 15, если даже тобой. Минут 15. А он давно уже взял. Он давно взял вроде, да. Ты в начале войны выбираешь, у тебя при этом так, есть какой-то таймер, потом... Есть еще есть также два вида новых бункеров. Окей, фантом. Для вас. А
Ёбаный рот. А соединять окопы можно только специальными соединителями, или можно просто окоп продолжать строить дальше и все? Играть когда будем? Ну, пока учимся. То есть тут занимаются очень важные темы. А, они просто под особенно мне, как медику. Да, их можно, соответственно, соединять окопы, которые друг другу не приконнектятся обычными длинами. И берет наши патроны. Понятно. Также это вот это два вида бункера. В них, соответственно, можно залазить внутрь уже, ставить всякие окошки, дверцы. В дальнейшем можно также ставить улучшающие пристройки вида там кроватей. Ой. Алло, помогите лопатами. Двигателей. Соответственно, подключать общую систему защиты через эти окопы, которые будут сами же отстреливаться потом. Ну, точнее, не сами окопы, а бункеры, которые будут прокачаны до тиров 2, тиров 3, до бетонных бункеров. Вик. И прочее, 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 прочее. Но мы это сейчас сделать не сможем, потому что у нас, а, нету технологии, б, нету достаточно... Вик. Вот. Это, соответственно, наш внутренний бункер. Но в него нужно как-то зайти. Пусть работает. Так, кстати, напоминаю, после сегодняшнего занятия будет экзамен по теории, фантом будет проводить. Как залезть в бункер? Кью. Не. Как охуенно, вот что я на Кью войс поставил. Ой, е. А вот в этот нельзя зайти. Наш один из бункеров данного типа. Теперь копаем нашу перегородку. Через нее будет. А, не, может, в этот бункер можно влезть, если вы к нему только через перегородку. Понятно. А, да, вот алькот, смотри, я сейчас поставил, вот алькот. Я поставил. А я копаю, вот, копаю. Сесть можно. Вот, в него можно сесть. Но только одному, этот, да? Туда можно сесть. Да, только одному. Это я был? Сел и все. Слушай, фантом, они фокс-холлы вообще из игры убрали или что? В чем приколюхи идут этих бункеров? Эти бункеры, соответственно, могут в дальнейшем улучшаться. Как я и говорил, могут быть дверцы, окошечки и всячески такое. Тот большой квадратный мы уже сейчас не улучшим, он криво поставлен, его невозможно подключить. Вот, как вы видите, у него нету двери. Вопрос, как нам получить эту дверь? Мы берем молоток, берем наши basic materials, нажимаем клавишу F и, соответственно, улучшаем наш бункер. У кого есть, соответственно, молоточек, нажимайте, берете молоточек в руки, нажимаете F, наводитесь на сам бункер. У вас Drawing будет такой crown. Молоточек. Нажимаете на E, и вы можете его так апгрейдить. Если у вас достаточное количество ресурсов, вы можете выбрать нужное вам улучшение и его поставить. О. На данном примере я сейчас поставил дверцу. Теперь в него можно заходить спокойно. Жестко вырезать можно? Аналогичным путем можно ставить окошечко, Второго через которое можно стрелять. Сейчас я ставлю также новое окошечко. И вы через него будете видеть все, что происходит с другой стороны. Колесико мыши вы можете, соответственно, менять, менять направление поставленного вами улучшений. Ой, вправду можно отсюда стрелять, прикольно. Трубы, чтобы подключить его к общей системе, как сказать, фортификации. А где окошечко-то? Вот окошко как раз на севере, вы можете туда смотреть. А стрелять нельзя в него? Можно. Можно. Там просто винтовку нормально запихать надо. Все, территорию мы присвоили. Смены обзора. Теперь твоя территория. Да, можно. Знаю по поводу формулы. Зажимайте среднюю кнопку. Я тебя сейчас выстрелю. Пропусти меня. Так, а как подвести в него трубы? Или мы пока не можем? Смысла подводить, но они точно так же подводятся типом апгрейда, то есть ты подключаешь этот бункер. Но нужен особенный бункер, то есть тира 2, который будет возвышаться, и в нем будет сидеть уже бот. Ты также в него сможешь залазить, чтобы его с него тоже стрелять. Более безопасно. Ох, блять. Вот сейчас что? Просто Игорь, он сейчас копает фоксхол такой, новый переработанный, тоже лисья дырка. Могилу это копает, также, блядь. Можно сказать, твой личный гроб, и его можно... Блять, могила. Да, это могила, его можно... Личный гроб. Копать более глубже, чтобы он больше защищал. То есть выбираете уже лопату, нажимаете F, и после этого его апгрейдите. О, фух, блять, я думал, не выберусь уже. К сожалению, сейчас апгрейдить нельзя. Там находится игрок. Это же смешно, толпа варденов, один колониал в гробу. Вылези, Вик. Не-не-не-не. Вылези оттуда, Вик. Ему там и место, ты чё? Да всё, ему дали вылезти.
Он же колониалист. А все равно не апгрейдится. А потому что вы вокруг все стоите у него, и он не может определиться. У него вот это вот кочки, это все его моделька. Ребята, скиньте 20 биматов, пожалуйста, 20 биматов скиньте. Так, мужички, а вот это мы строили, а воевать когда идем? Воевать, стрелять, перебивать? Воевать сегодня врагов. Все ждут начала войны. Так в смысле, мы можем говорят, можно заварухи какие-то поустраивать. Скиньте еще чуток биматов, ребят, на 11 штук. Что между друг другом. Но это в общую статистику также внесется. Новый. Графон это можно, но это скучно. Так, будет. Начальный вот сидеть, дрочить бункеры интереснее ж в разы, ну, блять. Зато будешь потом знать, что делать, потому что потом просто будешь уже знать, куда идти. Потом он не зайдет в эту игру. Каким дрочевым. Что-то на никого биматов не осталось. А это только начало. Естественно, также можно, конечно, идти учить логистику, но, скажем прямо, она скучная и мало кому может понравиться. Так, то есть это как Евротрак не для всех. Да, да, ну, я по логистике. Очень громко кто? Пулеметный магазин. Алло, громко! Алло, громко. На этом ладно, наш курс молодого бойца Викномину. Закончен. Где Викномин? Пусть дальше он ляжет в гроб, а мы ему честь отдадим. Не, мы ему честь отдадим. А, ну давай. Вик, я знаю, что ты стрим Вик, смотришь, иди сюда. Ложись в гроб. Жесть, ковбой Мальборо токсичный сидит, блядь, на меня гундит, что я заходил в одну игру, блядь, а играю в другую. Собрались и на восьмерочку. Да. Давайте танк поймаем. Кого поймаем? Тайминг. Блин, ну я типа, просто не знаю, я думал, мы заходим тут локальные и какие-то пизделки, ну, на час, как в любой 3. Другой игре. Раз, а тут два, типа ММОшка. 3. Ну да, блять, я типа, скорее всего, ливну сейчас. Ну типа что, ну реально мы зашли нахуй эти строить, что ли? Да, хуй знает. Нет, стой! Не убивай его! Типа, интересная что игра, в которой ты, ну, серьезно ждешь, блять, начало войны. А пока ты ждешь войны, геймплея нет. Ну что за, блять, дурдом? А, да, да. Вау, вау, вау. Ну, тогда до завтра получается. Ждем начала войны. Ну, в принципе, Миша, видишь, поиграли отлично. Бля, не, честно, Алексей, но я маленько не того ожидал. А я не знаю, что войны нету, блядь. Я думал, можно воевать. Так нет, да дело не в этом. Я думал, это игра, типа, как, ну, вот обычная, типа, там же, той же Hell at Loose, только прикольная с видом сверху. А так вот примерно и будет, когда война начнется. Так нет, ну блять, я думал, это серверы и лобби там на час, например. То есть там пиздилово час, и выигрывает какая-то сторона, и все. Ну тут, блять, игра прям реально. А, нет, на... ты прям входишь и овер до хуя времени, карту, да. Пытаешься отхватить одну там позицию, другую. Ну ты можешь заходить и для себя, например, победы считать, ой, если ты что-то отхватишь. И потом выходить. Но она охуенная. То есть тут, как смотри, тут прям очень много всего. Так нет, ну я думал, тут есть какие-то междувойны и партизанские движухи, но если их нет, ну я хз. Междувойны, ну, типа... говорят, есть междувойны, где постреляться можно, но понять бы, где это происходит. Но говорят, есть какие-то междувойны и движухи. Ох, ёбаный в рот. Ёб твою мать. Ну мы можем сейчас пробовать... Ой, блядь. Мы можем сейчас в лобби пробовать вернуться и посмотреть, где есть популяция. Фантом, а где ваша база? А то я технику везу. Нялы вперед. А как выглядит реально классно. Да я верю, мужики, я верю, но меня бесит факт того, что здесь есть какие-то перерывы, типа, ну, ты, у тебя день, например, когда ты хочешь поиграть, ты заходишь, блядь, тебе говорят, война завтра, заходи завтра, ну это что за хуйня, блядь. Меня типа это больше убивает. Turn home, return. Просто я не могу сказать, что мне не нравится игра. Я не понимаю, про что это игра.